Приветствую всех на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO проектах. Сегодня мы продолжим говорить о проекте Entry и поговорим о токен сейле этого проекта. Итак, токен Entry с стандарта ERC-20 блокчейна Ethereum. Токен утилиты. Софткап проекта составляет реализация 25 миллионов токенов, хардкап 325 миллионов токенов. Всего будет выпущено 590 миллионов токенов. Токены команды будут заблокированы на 2 года. Частная продажа успешно завершена. Было продано 50 миллионов токенов. В открытую продажу токены в период открытой продажи будет, который начнется 1 июня 2018 года, будет несколько этапов. Токен сейл пройдет с 1 июня по 31 августа 2018 года. Значит, цена будет варьироваться от количества проданных токенов. При реализации от 50 миллионов до 75 миллионов стоимость одного токена Entry будет составлять 10 евроцентов. И далее будет по сетке увеличиваться стоимость от 75 до 85 миллионов. Реализации токенов стоимость одного токена будет составлять 15 евроцентов. От 85 до 95 – 16 евроцентов. От 95 до 105 миллионов токенов – 17 евроцентов. И мы видим, что будет увеличиваться стоимость токена по мере того, как будет увеличиваться количество проданных токенов. На конечном этапе при реализации от 315 до 325 миллионов токенов стоимость токена возрастет до 44 евроцентов. То есть, собственно говоря, с 10 до 44. Таким образом, ранние инвесторы получат максимальную выгоду от инвестирования в этот проект. Так, распределение будет следующим. Значит, 22% юридические услуги, разработка 40%, исследование 5%. Маркетинг 20%, операционные расходы 10% и вознаграждение Bounty Pool составит 3%. 55% токенов будут предоставлены для ICO. Команде 20% токены будут заблокированы, Bounty 3%, адвайзерам 5% и SEO 17%. Пожалуйста, обратите внимание на этот перспективный проект, который позволит пользоваться криптовалютой быстро, легко и надежно. Полностью проект намерен заменить криптовалютой все те операции, которые мы осуществляем с фиатными деньгами, что сделает процесс пользования криптовалютой очень удобным и комфортным. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому проекту. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании к видео. Если мое видео вам понравилось и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.